Улов рыбака Алексея, жителя Щелково, сегодня можно назвать удачным. За час рыбалки на городской набережной реки Клязьмы удалось поймать 5 щук. Это небольшая еще. Сколько сантиметров? Не знаю, сантиметров 40, наверное. Ничего себе. И часто так удается поймать здесь? Ну, не знаю, как у рыбы не спросят. Да, это только в сказках наших щука и говорила, и желание исполняла. На деле же эта рыба не такая уж и милая, та еще хищница, с отменным слухом и зрением. Поэтому, чтобы ее поймать, нужно знать все особенности речной охоты. Очередной трофей пойман на удочку, и снова щука, только совсем еще маленькая, молодая рыбка попалась. Беречь природу благородно, а опытный рыбак лишнего из водоема не возьмет. Так малыша отпускают на волю. Отпускаем. Немало рыбаков на Клязьме, многие приходят сюда ежедневно. Оказывается, наша река не только утиная пристань, но и дом для многих видов рыб. Анна Балиет, Михаил Налетов, Щелковское телевидение.